Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента России. Его задачи – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и другие вопросы. В очередном заседании Общероссийского народного фронта, состоявшемся 12 ноября, принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Темой собрания стали организационные моменты, связанные с составом и деятельностью штаба. 20 ноября сделаем проект общественных предложений в адрес президента Республики Татарстан Руслана Валерьевича Миннухановича. То есть мы должны сформировать, обсудить на тематических вещах и направить за наши подписи на имя президента нашей республики. В проект войдут и вопросы, связанные с повышением качества жизни и защитой прав граждан. Одной из проблем, обозначенных на заседании Народного фронта, стало скорое введение системы QR-кодов в транспортной сети республики. Так пенсионеры, ежемесячно получающие прибавку к пенсии на транспортные расходы, могут лишиться этих выплат. Почему-то к этим деньгам все очень болезненно относятся. На самом деле их дали, их надо забыть. Вот моя точка зрения тоже такая же, как вот мы полностью с вами согласованы. Если QR-коды введут в обязательный порядок, пожалуйста, их не пускают на транспорт. Ну зачем деньги-то забирать? Они, может, и не ездили никогда за 80-90 лет, да, зато хлеб пойдут купят. Это же их право. По итогам заседания также была определена дата проведения региональной конференции Общероссийского народного фронта – 3 декабря. В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе она пройдет в смешанном очно-заочном формате с применением дистанционного способа участия. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.